Коалиционные силы во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудары по йеменскому городу Кокабан. В результате атаки погибли 5 мирных жителей. В целом, с марта прошлого года, после введения альянсом арабских стран своих войск в Йемен, погибли порядка 6 тысяч человек. Половина из них – это мирные жители. Между тем, древнейший город Кокабан считается не только национальным достоянием Йемена, но и всего человечества. Древний город Кокабан с населением в 30 тысяч человек был построен еще в 901 году нашей эры. Помимо множества исторических объектов, он имеет еще одну интересную особенность. Здания в городе полностью построены из саманных кирпичей. Несмотря на то, что уже прошло 11 веков, эти дома и сооружения до сих пор остаются вполне крепкими и даже эксплуатируются. Они разбомбили туристический город Кокабан. Несколько ракет сравняли с землей значимые и священные для йеменского народа объекты, в том числе имеющие важное историческое значение – дома и ворота. Кокабан расположен в 50 километрах к северу от столицы Сана и славится своей архитектурой и древними мечетями, домами, крепостными стенами и воротами. Сейчас жители, опасаясь новых авианалетов и бомбардировок, в спешном порядке собирают вещи и покидают свои дома. Мы провели предварительный подсчет пострадавших и погибших. На данный момент, по нашим данным, в результате авиаудара 5 человек погибли и 10 получили различные ранения, в том числе одна женщина. Реакция мировой общественности на проведенную операцию еще не последовала. Между тем, атаки коалиционных сил во главе Саудовской Аравии не раз подвергались критике и осуждению. Так, международная правозащитная организация обвиняет официальный Рияд в применении запрещенных кассетных бомб и гибели мирных жителей. Арман Ижанов, Ернат Кашкенов, 24 КИЗ.